Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World Evolution и продолжаем проходить испытания на максимальном уровне сложности, если вы здесь впервые, меня зовут Александр. И, собственно говоря, ребята, я тут обратил внимание, что многие забыли о том, что мы вообще в испытании, у нас с вами осталось 3 часа 30 минут до его завершения, то есть нам нужно за 3 часа 30 минут набрать 5 звезд рейтинга острова. Я предлагаю как раз в ближайших выпусках это дело немножечко форсировать, и так как мы с вами сейчас можем выводить из серьезных динозавров только терексов, предлагаю именно этим заняться, и смотрите как раз какой замечательный подгон нам для этого прилетел. То есть вот это все мы с вами продаем, вот это мы извлекаем, секундочку, давай-ка извлекаем. И дальше переходим обратно сюда и думаем, куда мы с вами разместим еще терексов. А для них нам с вами понадобится как минимум еще парочка вольеров. Парочка вольеров где-то вот здесь, скорее всего. Но как только мы с вами увеличим площадь нашего парка, у нас с вами возникнет большая потребность как раз в транспорте. Возникнет дополнительная потребность в шопинге, веселье, еде. То есть все это нужно заранее предусмотреть. Так что давайте именно этим сегодня и займемся. Я думаю, что мы где-нибудь выпусков 2-3 должны все это дело уже пройти. Так, соответственно, с вами ведем дорогу сюда. У нас одна дорога будет идти в эту сторону, вторая, секундочку, вторая ее часть будет уходить куда-нибудь вот сюда. Я, честно говоря, не вижу, где у меня вольер заканчивается. Вот здесь вот, да? Вторая ее часть пойдет в этом направлении. Дальше нам с вами, безусловно, нужно поставить здесь подстанцию. Предположим, подстанция будет стоять где-то вот тут вот. И подключить ее обратно к электропитанию. Вот сюда. Раз, и подключили. Замечательно, дорога у нас с вами есть. Естественно, сразу здесь нужно поставить для гостей убежище, которое все это дело будет у нас покрывать. Потому что, сами знаете, у нас с этим очень серьезные проблемы постоянно. И давайте строить здесь сейчас в первую очередь, наверное, магазин подарков, магазин одежды, потом ресторанчик. Всякую такую приблуду, где у нас гости смогут удовлетворять свои нужды. Почему я ресторана не вижу? Вот ресторан, отлично. А потом уже будем строить все остальное. Нужно было бы, кстати, большую подстанцию изучить. Вспышка болезни, сейчас разберемся. Исследование, секундочку, здание. Мне нужна большая подстанция. Вот, вот это вот, пожалуйста, изучай. Камон, что там происходит? Вспышка болезни. Я тебя понял, плюс еще где-то мертвый динозавр. Давай-ка вот сюда резко, что там такое? А, в смысле вот так вот все, да? Хорошо, окей. Больше, не, больше нет вспышки болезни. Мертвый динозавр здесь. А, нет, есть вспышка болезни. Команда рейнджеров полетели вот сюда. Так, хорошо, с этим разобрались. Дальше, если у нас здесь с вами трицератопсик загнулся, давайте выведем нового. Быстренько, где у нас здесь находится? Вот, трицератопс, вывести. Все, погнали. А дальше у нас с вами там два больных уже динозавра, нормально. Действительно, пошла вспышка инфекции. Я тебя понял. Давай быстренько вот этого тоже лечи. Пожалуйста, больше не болейте. Возвращаемся к нашим баранам, то есть вот сюда. У нас подарки, ресторан. Дальше давайте быстренько идем в гости рядом с рестораном. Вот здесь поставим фастфуд. Дальше нам нужно поднять уровень веселья. То есть это будет зал игровых автоматов, предположим, да? Ну-ка давай быстренько уберем вот это все. Да, здесь вода. Я это все вижу уже. Вспышка болезни устранена. Секундочку, все наоборот. Вот так вот, хорошо. Еще раз гости. Секунду, где у нас игровые автоматы? Пошли вот сюда, есть. И здесь мы с вами, наверное, поставим... Да я даже не знаю, что поставить. У нас все, в принципе, есть. Боулинг, смотри, немножечко поднимет и веселье, еду и напитки. Пускай стоит вот здесь, вот, правда, ему не хватает электричества. Это дело мы сейчас с тобой быстренько поправим. Да, ребят, с обзором у нас здесь с вами проблемы присутствуют. Так, если я вот так вот размещу, это охватывает всю вот эту часть, да? Ну, то есть 100% это не дает, но все же. Подожди, сейчас мы это все дело решим, ничего страшного. И вот здесь нам с вами нужно ставить новые вольеры. Но для этого сначала, естественно, нужно здесь все расчистить. Давайте быстро убираем отсюда воду, максимальный радиус. Убираем отсюда воду. Вообще нужно сейчас скоренько все делать, чтобы за эти несколько выпусков набрать 5 звезд. А это довольно-таки сложно на этом уровне сложности, особенно сложно на уровне сложности. Ну, в общем, извините за тавтологию, но вы меня поняли. Это довольно-таки проблематично все. Давай, быстро все расчищаем. Деньги пока у нас есть, это хорошо. Кстати, а что это я? Давайте, карты экспедиции. Здесь у нас все полностью исследование. Пускай летят куда хотят. Нам главное, чтобы они притаскивали как можно больше ископаемых. Дальше, секундочку, продолжаем с вами сносить все деревья. Все это дело отсюда убирать, чтобы понимать, насколько большие вольеры я могу строить. Кстати, ой, блин, что я сейчас сделал? Вот этот вольер у метриконтозавров можно... Кстати, его можно действительно уменьшить. Мне кажется, он слишком большой. Хотя нет, пастбище, лес. Ладно, пускай живут как живут. Бог с вами. Живите, как живете. Смотровая галерея пошла вот сюда. Отлично, подключилась прям сама, моментально. Большая подстанция пошла. Вот сюда она идеально встает. И подключается, не подключается. Хорошо. Вот так. И вот так все подключилось. Электричество сейчас сюда придет. Секунду, не надо закрываться. А вольерчик недостаточно большой. Я это невооруженным взглядом вижу. Мне еще даже тираннозавра сюда выпускать не нужно. То есть, секунду, вот это мы с тобой долой.
вольер недостаточно большой, его нужно расширить. Еще раз, погнали. Тихо, подожди, мне нужно зацепиться. Об краешек, есть. Секунду. Вдоль границ парка давай сейчас так вот проведем. Рис. Рез. Во, вот так вот получше. Естественно, сюда нужно воткнуть ему воду. И уж если на то дело пошло, то... Ух ты, как я разогнался. Ну ладно, пускай будет такая вода. Давайте поставим выводиться тирексов. Чего я мучаюсь-то? Нам с вами еще придется где-то минут 15 подождать, пока они выведутся. Два велоцираптора у меня вывелись. Вывести динозавра, хорошо. Тираннозаврик, вот у нас. Модифицировать геном. У нас с вами есть другая раскрасочка. Можно поставить что-нибудь типа горного типа, почему бы нет. И что тебе еще поставить? Подожди, экспедиция, сейчас проверю. У нас с вами там должно было выучиться продолжительность жизни. Вот, 72. Вот, старение мозга, 75. А, я и то выучил, в принципе, одинаковые, да, вещи? Это что такое? Прочность шкуры, это неинтересно. Старение мозга. Ну, неплохо тогда. 84 продолжительность жизни, пускай будет. Теперь он стоит 2 миллиона 769 тысяч. Хорошо, ладно, договорились. Велоцирапторов с вами выпускаем. Берем сейчас осу. Вертолет оса, добавить задачу. Полетели усыплять. Выбралась та дальняя, ладно, не страшно. Надеюсь, сейчас все быстро произойдет. Увеличите видимость динозавров, 100%. Смотри, насколько нужно много увеличить. Вообще, это жесть, конечно. И нужно будет выпустить метриконтозавра с агрессивными инстинктами. Ну, кстати, можно его выпустить и сразу продать. Но, типа, чуть-чуть попозднее. Штормовое предупреждение. Только мне этого сейчас не хватало. Блин, подожди, ладно, вот так вот. Убежище, открыть все убежище. Открыть все убежище. Так, оса, вертолет оса, добавить задачу. Давай, усыпляй второго. Дальше. Я слышу Тирекса. Хорошо. Вторая оса, вертолет оса 2. Добавить задачу. Здесь у нас с тобой, смотри. Раз, два, три. Больше нету. Четвертый Брёникс. Вроде просто ветер. Я не вижу шторма, да? В смысле, я имею в виду смерча. Нет, вон вдали смерч. А он таки появился. И он появился здесь. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Пускай там и крутится. Так, продать. Давай быстренько. Это что у нас? Тиркозавры. Ну, он так вроде хорошо пошел. Оса, там что происходит? Не то. Вот это оса. Вертолет оса. Добавить. Давай, пожалуйста, Бриониксов. Здесь все усыплены. То есть ты, в принципе, доусыпляешь Брионикс. Будешь второго усыплять. Хорошо. Возвращается на базу. Да не, подожди, лучше вот ты давай вот этих тоже усыпи, потому что дилофозаврики в последнее время себя ведут не очень адекватно. Как всегда, все как всегда, пролетело, все поломало, денег у меня 7 миллионов осталось. Все поломало, зараза, абсолютно все. Людишек всех, закрыть все убежище, выпускаем из убежищ. Дальше, здесь мы с тобой, тираннозавр инкубируется, давай сразу еще парочку, да? Че бы нет, вывести два. Вывести динозавра, вывести 3, у нас остается 1 миллион, деньги пока что еще есть. Хорошо, мы одного с тобой закинем сюда, здесь у нас с тобой дорожка есть, это есть. Нам здесь нужно построить с тобой, естественно, по-быстренькому сейчас деревья. Сюда лес, так, немножечко леса везде накидаем. Ну, как бы обзор, потом повысим обзор, все будет хорошо. Обзор это не самое главное, все, хорошо, здесь мы с вами разобрались. Здесь, смотри, специальная дорожка завернута вот сюда, ну, то есть, как бы это получилось случайно, а потом я такой понял, да, вообще нормально, это очень хорошо, что так получилось. Потому что сюда мы с тобой поставим сейчас еще, подожди. Во-первых, галерея. Нам вышку нужно построить. Но вышку мы вот здесь не можем воткнуть, по большому счету. Я могу туда дорожку провести? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну что такое вредное, а? Ну, дорожки вредные здесь, ужасно. Ну, ладно, машины хотя бы туда могут... Подожди, а я могу вот так вот дорожку завести, наверное. С этой стороны. Транспортировка активна и завершена. Нормально. Все шикарно. То есть мы сейчас с тобой, смотри, здесь просто берем, ставим вышку... Смотровая площадка. Ну, нет у нее электричества. Ну, ладно, мы это сейчас решим вопрос. Вообще без проблем. И вот как-нибудь вот так вот ее поворачиваем. Получаем довольно-таки неплохой обзор. Подключили. Электричество можно поставить маленькую подстанцию вот сюда. Немножко... Давай как-нибудь вот так вот ее влепим, чтобы она там не мешала. Машинам ездить, все дела. Здесь. Я тебя понял, отбраковать. Выпускаем Тирекса. Выпускаем Тирекса. Резко службы осам добавить. Полетели усыплять. Можно глянуть на карте, но вроде здесь все хорошо. Вроде везде все в порядке. Здесь у нас трицератопсика выпускаем. Нормально, все замечательно.
Единственное, что я здесь не сделал, это не поставил кормушку. Вот сюда пошла кормушка. Хорошо. Так, в лаборатории Хэммонда вывелся динозавр. Нет, не вывелся динозавр. Нас сейчас тираннозавры кинули и кинули по полной. У нас они слямзили 5,5 миллионов просто из-за того, что они не вывелись. Замечательно. Фу, это не очень хорошо. Ты его усыпляешь? У тебя все в порядке? Или ты попасть не можешь? Скажи мне, пожалуйста. Усыпляй, 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 комфорт падает. Давай. Есть, отлично, все, усыпил. Так, служба перевозок Тирекса, пожалуйста, вот сюда его понесли. Молодцы. Молодцы. Все, понесли туда. Сейчас у нас с вами, по идее, должен вырасти немножечко рейтинг. Плюс пойти рейтинг острова. Очень неплохой шопинг. У нас напитки, веселье вообще 91%. По рейтингу динозавров все по-прежнему фигово. Штраф благосостояния. Но это сейчас Тирекса перевезут, станет получше. Следующий вольер нужно будет строить где-то вот здесь. Но по деньгам мы с тобой просели. И просели прям очень жестко. Так что просто ждем. Транспортировка динозавра завершена. То есть тираннозавр у нас с вами на месте. Пастбище маловато. Я тебя понял. Это сейчас я тебе прям мухой решу. Мухой, ты, пожалуйста, только не нервничай. Только не нервничай. Что там за мертвый динозавр? Да давай. Подключайся, есть. Что за мертвый динозавр-то? Эй. Тихо, еще раз обзор. Опс, в перекрестье пошло. Класс, красиво построил, вообще зашибись. Ну-ка еще раз смотрим. Все, зацепилось. У него пастбище, все хорошо. Мертвый динозавр где? Мертвый динозавр кто? Дилофазаврик от старости, служба перевозок. Забираем дилофазавра. У нас с тобой остается два дилофазавра. Секунду. Остается два дилофазавра, и это очень плохо на самом деле. Вот они ходят, да? Ну-ка. Общительность, популяция. Нам нужно еще два дилофазаврика выводить, потому что эти начнут нервничать. А на дилофазаврах у нас с тобой денег почти не хватает. Прилетает экспедиция, молодцы. Окаменелости. 100 тысяч, 80 тысяч. Парочку стерокозавров, ладно, просто извлекаем. Здесь еще что-то у нас. Еще 80 и паразаврлов. Можно было бы, конечно, пастбище побольше сделать, но у нас не так много места, потому что здесь довольно-таки маленький остров. Так, еще прилетает всякая фигня на самом деле. Могли бы что-нибудь и получше привезти на самом деле. Честное слово, могли бы и получше притащить. Здесь у нас с тобой два трицератопса, эдмонтозавры, архернитомимы, струтитомимы есть. Парочку струтитомимов, все в порядке. Брахиозавры, дракорексы, диплодоки здесь. А здесь у нас с тобой тирекс, два метриконтозавра, почему-то... Любит сидеть около этой точки. Не знаю, может быть, посетителей нравится смотреть. Здесь у нас три дилофазавра, 5 велоцирапторов, все хорошо. Здесь каритозавры и таразавры, анкилозавры и чунгингозавры. Все, я понял. Так, это уже хорошо. И это уже немножечко обнадеживает. Все три дилофазаврика вывелись, хотя там 97% было. Как помните, у нас такими процентами было, что два раза подряд динозавр сорвался. Правда, это кто-то из травоядных был. Дождь. Давай без шторма, пожалуйста, я тебя прошу. Давай без шторма. Я знаю, что кормушки пустые, я уже отправил. Добавить задачу. Третьего тоже усыпляем. А у тебя какие-то проблемы попасть? Я не знаю. Ты чего, с ума сошел? Одного попал. Подожди, 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 подожди. Давай, 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 давай. Давай. Контакт установлен. Да, установлен. Только мной. Я просто не понял, в чем у тебя проблема попасть. Давай, пошел он отсюда. Хорошо, дальше. Велоцираптор один скончался, но это не так страшно, потому что, в принципе, не так страшно, бог с ним. Давай, дейнонихов вывести раз, дейнониха вывести два. Ого, они дорогие. Я даже не буду поднимать живучесть, потому что они очень дорогие. И у нас 341 тысяча. И денег нету. И у нас нету денег. Обалдеть. По разнообразию динозавров 1,4 звезды, потому что умер велоцираптор, и эти еще не прилетели на место. Ну что, рискнем здоровьем. Выпустим дейнонихов туда к тираннозавру. Надеюсь, что у них все будет хорошо. Надеюсь, что им эта компания понравится. По идее, он их не должен грызть, потому что это мелкие динозавры. И они у меня даже жили с индоминусами, никто их не трогал, и все было у них замечательно. Так, вот это продаем. О, стигемолохи приехали, ты посмотри на это дело. Так, ладно, извлекаем. Быстро отправляем их сюда-сюда. Дальше, вертают оса. Добавить задачу, давай. Ага, запрос принят. Лези сюда просто. Я тебя возьму под контроль, потому что тебе доверия нету. Пока что давай-ка мы сюда вот добавим задачу еще на всякий пожарный. Летит? Вспышка полезнее. Пытаемся закинуть вас к тираннозавру. Естественно, к тираннозавру сейчас поставим сюда еще одну кормушку, чтобы им там было что кушать все вместе. Дальше прилетают окаменелости. Ну, так, в принципе. Так, кое-что можно продать, конечно. Еще стигемолохи. Так, дальше, смотри. Вот здесь я поставил еще одну смотровую галерею. Продолжаем осматривать. Где у нас не хватает смотровых галерей? Это такое ощущение, что смотровых галерей не хватает где-то вот здесь только, да? Вот только вот в этом вот закуточке.
То есть может ли вот этот закуточек мой влиять на то, что мне не хватает смотровых галерей? Ну, просто мне интересно, потому что, скорее всего, система это рассчитывает как-то за вольер. Ну, это же вольер? Вольер. Как мы тебя закроем тогда? Вот так вот. У нас тут, конечно, дикий хаос в плане дорожек и прочего. Ну ладно, ничего страшного. Объект транспортирован. Теперь смотрим. Чего им общительности не хватает? Подожди. А сколько их должно быть? 4? Нет, общительность на... 3 минимум. Минимум 3. Общительность в норме. Пастбище, лес, популяция. Все хорошо. То есть можно еще парочку сюда закинуть на самом деле. Вообще беспроблемно можно закинуть еще парочку. То есть у нас, смотри, сейчас с тобой есть 1 миллион 200. Мы с тобой выводим одного велоцираптора, потому что нет, одного Брионикса, потому что он скончался. И выводим с тобой еще одного. Давай Дейнониха. У меня команда улетела на экспедицию. Да, команда на экспедиции. Может быть, даже сейчас что-то принесут. И по рейтингу парка пока что все точно так же тухло, как и было в самом начале выпуска. Фу, 35 минут прошло. Не можем поднять. Никак. Штраф разнообразия. Вот штраф разнообразия — это все, что у нас есть. Ну вот смотри, чего нам не хватает. Анкилозавр есть, архиорнитомим есть, барионикс, брахиозавр, велоцираптор, деноник, дилофозавр, диплодок, дракорексы есть, каритозавры есть, крихтонзавры есть, метриконтозавры есть, паразавролов нету, стратитомим есть, тиранозавр есть, таразавр нету. О, есть, трицератопс есть, хуайонозавр есть, тератозавр, чунгингозавр, эдмонтозавр, стигемолоха нет, галимима нет, маезавр есть. Ну, то есть вот этих вот, ну вот этой ерунды просто чуть-чуть не хватает. Но это смешно, камон. И опять же, видимость динозавров не 100%, то есть где-то какой-то закуточки, вот эти вот маленькие уголочки, закуточки, это все влияет. Это все влияет на видимость динозавров. Давай, обезвредить второго. Я не знаю, ты сам справишься, надеюсь. Два мертвых динозавра, то есть струтитомим у меня вывелся, можно выпустить. Выпустить, хорошо. Кого грызут? Что у нас здесь происходит? Чунгингозавр тоже у нас с тобой окочурился, служба, убираем. Ну и раз разнообразие у нас с вами это то, чего не хватает, давайте выведем с вами три прозаврика. А, прозавры лов. А дальше что у нас? Кормушка где-то пустая. А, по деньгам, как видите, 2 миллиона 300. То есть тут особо не разбежишься. Но много сейчас уже опустит кормушек. То есть сейчас у нас вот это с вами миллион съест просто вот так вот на раз. Прозавров закинем с вами куда-нибудь либо критозавром вот сюда. Давайте посмотрим, что происходит. Популяция, общительность, ну такая, в общем, нормальная, средненькая. А вот у таразавра... Общительность, популяция, но он выдержит. Выдержит он трех паразавров сюда. Это раз, дальше, у меня сейчас там идет исследование вовсю надозавра. То есть вот здесь вот. Где-то вот здесь, да, то есть надозавров таскает. Можно будет как килозавром закинуть. Потому что, ну, то, что я вывожу больше хищников, особо не прибавляет мне рейтинг именно разнообразия. То есть здесь нужно было как бы выводить по одному, видимо. Черт его знает. Я просто, если я сейчас уберу, например, продам тиранозавра, это мне что-то даст? Или, например, если я посажу тиранозавра к тиранозавру, он съест его. Это поднимет мне рейтинг динозавров, потому что поднимется там боевая дурная слава, например. В общем, с этим есть небольшие проблемы. Раньше это все немножко по-другому рассчитывалось, если не ошибаюсь. И можно было там выпустить пятерых тиранозавров, и на тебя рейтинг подпрыгивал. Теперь я так вижу, что, видимо, так сделать нельзя. Видимо, нужны конкретно разнообразие. Да, у нас сейчас как раз разнообразие 1,7. Дальше, смотри, мы с тобой выводим... Ой, секундочку, я про велоцираптор про этого забыл. Ну-ка, давай его отсюда заберем. Велоцираптор пошел к своим собратьям, полетел. Если там у нас с тобой паразавры выводятся, давай-ка вот здесь мы с тобой еще кого-нибудь выведем такого. Я прям даже не знаю, синоцератопсиков, может быть, парочку стеркозавров. Ну, вариант. Почему бы нет? То есть мы можем сделать вывести... Я сказал вывести... Дальше второго вывести. Дальше мы с тобой сюда ставим еще одно расширение, чтобы можно было 4 вывести. Вот так вот, хорошо. И ставим здесь с тобой двух синцератопсов. Раз. И еще одного, два. То есть это у нас дело пошло. Дракорекс, выберись, пожалуйста. Популяция немножечко избыточная, да? То есть если я сюда кого-нибудь закину еще, может начаться проблема. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас проверим, что там происходит. Где еще пустые кормушки вижу. Рейнджеры, давайте пополнение сюда, сюда и сюда. Что-то они как-то плохо пополняют, не находите? И вот, нет, не здесь, вру, не здесь. Вот здесь вывелись паразавры. Выпустить. Но паразавры здесь очень красивые. Они вот примерно такие, как и должны быть. Как на всех картинках, вот везде, да? Паразавры здесь, безусловно, нереально красивые. Вот тут, вот этой игре, знаете, чего не хватает? То есть вот не хватает всех тех фишек, которые есть, например, в игре Паркозаурус. А игре Паркозаурус не хватает графики, которая есть в этой игре. Потому что там уж, ну, чересчур мультяшная.
я понимаю, почему она такая сделана, потому что так легче как раз проработать оптимизацию игры. Потому что когда слишком много процессов, слишком много всего, игра должна, компьютер должен просчитывать, может притормаживать на самом деле, может лагать. Так, у нас с вами вышел раз паразаврик, сейчас это два паразаврик, и вот три паразаврик. С этим все хорошо. Дальше по кормухам. Вон там пустая кормушка, идет пополнение. Давай вот этого возьмем. Полетел сюда вот этих кормить. Синцератопсы первыми выйдут, да? И можно их, знаете, мне уже посоветовали. Ты просто, убираешь вот этот вольер. Смотри, мы можем с тобой сделать так, вот так вот. А где это у нас с тобой? Ворота сюда. Пожалуйста, поставься куда-нибудь. Вот сюда поставим ворота. Есть. А дальше, рейнджеры. Возвращается на базу. Управлять транспортом. Ты фига себе. Забрался к Бриониксам. Че это вы тут вдвоем тусите? Вау, там народ. Народ в шоке просто. Все как всегда, я понял. Все как всегда. Давай, езжай. Красиво так. Дружище. Пропусти. Сейчас это видели. Это смешно. Это очень смешно. Мне это так нравится. Господи. Я понимаю, что это проработано фигово. Это очень смешно, как они разлетались. Класс. Новая раскраска транспорта. Видимо, много проехали. Как раз какая-то ачивка выполнилась. Хорошо. Странно, у меня все абсолютно раскраски были раскрыты, и вдруг они все исчезли. Давай. Сенсоратовцев выпускаем. Да, не надо. Вот так выпускаем. Хорошо, теперь мы с тобой просто берем вот так вот. И вот это дело мы с тобой здесь... Секунду, что я сейчас делаю? Вот так вот и это дело рушим. И это мы сделаем управлять транспортом. И начинаем его отпугивать в ту сторону. Синоцератопс наверняка... Не в эту сторону. Шел вон отсюда. Просто загоняем его вот туда, в тот вольер. Ну-ка, ты посмотри, а? Ладно, есть второй вариант. Сейчас мы тебя полечим. Давай, пожалуйста, тоже туда. Смотри, рейтинг парка 1,9. По динозаврам, да? Есть, туда мы их загнали. Хорошо, дальше. Стерокозавры. Выпустить. Окаменелости прилетели. Ща. Секунду, платина, спасибо. Нодозавры, великолепно. Отправляем дальше за нодозаврами. Вот сюда. Рейнджеры, управляют транспортом. Если сейчас тикнет две звезды, у меня выполнится вот это задание. Плюс, возможно, у нас с вами будет три звезды вообще у парка. Я надеюсь. Давай, пошел. Стерокозавр или шипастый ящер. Причина, по которой он так назван, очевидна. Сохранение. Контракт выполнен. Динозвезды. Впечатляет. Да не то слово. Я понял, что нужно делать. Просто нужно дурацкое разнообразие. Раньше этого не было. Раньше это не так работало. Раньше нужно было просто большое количество динозавров и все. Давай. В загон. Вольер, бегом. Пшел вон отсюда. Давай. Все, хорош. Фух. Эй, ты что там встал? Управляй транспорт. Ты что там встал? Почувствовал, что я целюсь, я тебя понял. С кем? С наукой. С наукой добавьте стоимость исследования. Хорошо, сделаю, это легко. И, естественно, нужно быстренько здесь все застроить. Бимс, все, есть, хорошо. Это закончили. Так, теперь смотрим с тобой по дракорексам. Дракорексы. Выбираем дракорекса, смотрим комфорт. Прям на ристочке, на веревочке, на ниточке. Все хорошо, нормально, живем. Отлично, у нас с вами две звезды с динозаврами. Наконец-то. Самое главное, что мы с вами разобрались, как это сделать. Самое главное, что теперь понятно, в какую сторону двигаться. Нам просто нужно разнообразие конкретно. Нам не нужно никаких других динозавров выводить. Не нужно выводить по 5 там тиранозавров. И то, что у нас вот те вот они исчезли, это не так плохо. Хорошо, я этого не знал, теперь мы это с вами абсолютно точно проверили, узнали. И я предлагаю на этом этот выпуск завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Продолжать будем в следующем. Надеюсь, что получится все-таки пройти это испытание, потому что времени было потрачено очень много, и косяков здесь налеплено тоже просто немерено. Надеюсь, получится все это дело исправить. На этом все. Если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.